Здесь бесконечные пляжи с черным песком, кристальные воды Эгейского моря, самое вкусное на свете вино, самые красивые в мире закаты солнца и самые известные личности, приезжающие сюда инкогнито. Добро пожаловать на Санторини! Всем вам знаком миф о потерянной Атлантиде. Говорят, это был город, состоявший из 9 колец воды и суши, перемежающихся между собой. В 1967 году, уже нашей эры, греческие археологи неожиданно раскопали город под названием Акротири. Говорят, этот город и является потерянной Атлантидой. Everything seems to disappear so fast, but I recall being jealous and alone, gazing at the dreams going by. I started my life when you knocked on the door, found something inside. Один из самых лучших пляжей Санторини – это, безусловно, Периволос. Это продолжение пляжа Периса. Здесь великолепный мельчайший черный песок. Вдоль пляжа вы найдете немало кафе, баров и ресторанов, где в полуденный зной можно прекрасно провести время и попробовать традиционные блюда Санторини, а также традиционное санторинийское вино. Здесь великолепное море, много водных видов спорта, всегда есть чем заняться. И, естественно, это любимый пляж молодежи. Вы смотрите канал бизнеса и туризма Discover Greece с острова Санторини. Фира – столица острова Санторини. Отсюда из старого порта наверх до города вы можете добраться по канатной дороге. Есть еще два решения этой проблемы – на мулах или же пешком. Но этого я делать вам не советую. Впрочем, цена мула и канатной дороги практически одинаковая. Thank you.
1450 году до нашей эры случилось сильное извержение вулкана здесь, на Санторини, в результате чего весь остров, который до этого времени был практически круглым, осел на дно моря, и осталась только кромка его по периметру и в середине вулкан. Приехав на Санторини всего лишь на однодневную экскурсию, поверьте мне, вы увидите и поймете совсем немного. Для того, чтобы впитать в себя весь его магнетизм и очарование, здесь надо пожить по крайней мере недельку-другую. Мы прощаемся с вами до следующего путешествия и ждем вас на Санторини!